Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем свои ежедневные награды. Раз, два. И перейдем с тобой на турнирную арену. И как ты видишь, мы в данный момент находимся в Лиге Мастеров. Одна звезда, ранг 53. 76 монет, 1035 долларов и 9 откатов. Так, ну что, давай попробуем сегодня добраться до топчика. Не уверен, конечно, что получится, но постараться, я думаю, что стоит. Так, возьмем, наверное, на подстраховку Карайку. Так, берем Карайку, и вместе с ними отправляются вот эти вот три персонажа. Если Карайка подведет, то есть она не сможет кого-то добить, то, скорее всего, мы здесь потерпим фиаско. Надеюсь, Шредер знает свое дело. Слушай, ну есть риски. Давай посмотрим сейчас, как Карайка. Четко. Ребята, она уничтожает остальных трех противников. Немножко было у меня сомнение, что она или промахнется, или не добьет, но это была ложная тревога. Так, ну что, Лига Мастеров, две звезды нас ожидает. Сегодня у нас пятница, да? Так, подожди, пятница. Сегодня, по идее, у нас да, у нас открыто все абсолютно. И это радует. Плюс еще здесь можно получить телепорты. Так, 16.22. А если обновим? 16.23 не хотят давать. Ладно, я вас понял. Супер Шреддер, возвращайся. У нас очень мало откатов, ребят. Но я не смотрел еще видосики. То есть за рекламу. Если мы с тобой посмотрим, то, соответственно, мы получим еще 10 откатов. Хотя у нас и долларов, в принципе, достаточно. Мы можем даже с помощью этих заработанных бакинских прикупить себе, сколько нам нужно откатов. Ну что, бросаем бомбочку от Зека. Слушай, очень хорошо бомбит. Именно вот на некоторых персонажах вообще отлично сказывается. Так, Бибопчик, а не пора ли тебе упасть? Да ладно. Эй. Все, кожеголовый его все-таки хвостом подбил, красавчик. Ну что же, а мы двигаемся с тобой дальше. Сейчас посмотрим, какая у нас будет позиция в данный момент. Я думаю, где-то 25-е. Ух ты, 20-е. Замечательно. Так, обновим. Все равно... А, во, 17-23. Отлично, друзья, отлично. Я возьму, наверное, Леонардо здесь и... Так, подожди, Майки. И Джастина. Вот Леонардо и Джастина я возьму. А справимся ли мы? Мне кажется, нет. Если вот только вот так вот еще сделать. Стоп. Еще Шархана. Ну, 70-х уровней мы набрали с тобой в основном. Ну что, попробуем сейчас Леонардо будет вжухивать. И посмотрим, сколько он нанесет урона. Ну, мне кажется, Супер Шреддер бы покруче справился, да? Упс. Так, только не надо хилять, пожалуйста. Я вижу, что там Донателло нет. Ничего он уже не сделает. Опасный. Вот это, ребята, был сейчас опасный удар. Ты видишь, сколько он отнял своей вертушкой здоровья у наших бойцов. Больше так нельзя подставляться. Это рискованно. Мы с тобой должны сегодня пройти без единого проигрыша. Чтобы нам, как говорится, не зря откаты вот эти тратить. И... нет. Я думал, сейчас мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров 2 звезды. Но не тут-то было. 16... Нет, давайте-ка мне 17-23, раз уже, вот, раз уже, как говорится, дали, не надо идти на попятную. Возьму еще Ванька сюда, вот, вдвоем. Ванька плюс Армагон, и будем отыгрывать вот этих, наверное, персонажей. Вообще, желательно сегодня отыграть их всех. Ну вот, получится или нет, это уже другой вопрос. Так, Армагон ходит первым. Бумс. Леонардо один остался. Нет. Твою дивизию, ребята. Вот честно тебе скажу, я не думал, что Ванька настолько... настолько слаб по инициативе, что даже Леонардо его переплюнул. Ты представляешь? Вот так вот. 95-я позиция. Две звездочки. Просто неожиданно. Даже для меня такое было.
Так что делайте выводы, что Супер Шреддер все-таки круче будет, чем какие-то там Ваньки, Фиганьки и тому подобное. Понимаешь, да? Вот так-то. А если ты хочешь, чтобы 100% была победа вместе со слабыми персонажами, то будь добр, возьми, пожалуйста, в команду Супер Шреддера и будь добр, возьми в команду Армагона. И все. Тогда любая мелкая шпана с тобой пойдет как за каменной стеной и ничего ей не сделают. Других вариантов лучше даже не пробовать. Так, Усаги, конечно, слабенько ударил, если честно. Возьмем провокацию здесь. Возьмем доп. Защиту. Подожди, а что тут? А кто у меня? Только Усаги, получается, топовый здесь, да? Топинамбур. Ну да. А больше никого и нету. Прикинь, взял командочку тоже. Меткость. Воу. Так, ну-ка, если мы сделаем сюрики. Отлично. Так, ракеты. Рокзар стоит, держится красавчиком. Минус флэш. Замечательно. Так, сразу же Бакстера наказываем. Раз, два. Теперь Рафаэля. Да что ж ты делаешь, Рокзар? Почему такой слабый? Не можешь даже своей суператакой никого убить. Не надо вертушку. А, нет, это не вертушка, это обычный удар был. И добиваем мы с тобой, скорее всего, Майки. Четко. Ну, здесь, ребята, понятное дело, здесь 70 уровень все-таки можно было, да, спокойненько здесь разрулить. Плюс Усаги, хотя они все равно успели отхилиться. Плюс они пробафались довольно неплохо. Но это их не спасло. Так, у нас с тобой 84-я позиция. 8 откатов до сих пор еще пока есть. 17-23. Берем вот эту вот команду. Раф Бакстер. Раф Бакстер Железноголовый. И вот эти вот двое. Сейчас посмотрим. По инициативе, по идее, Рафаэль и Бакстер Стокман должны разрулить эту ситуацию. Здесь сразу же берем провокацию. Отлично. Так, смертельная волна. Так, морозилка не жилец, сразу тебе скажу. Бумс, она упала. Так, Донни, сможем? Смогли. Так, теперь понижаем атаку по возможности. И добиваем. Даже твой инвиз тебе не поможет, Майки, даже не думай об этом. Спрятался он типа, да? Все, друзья мои, по красоте двигаемся с вами дальше. Сейчас посмотрим, какая у нас будет в данный момент позиция. И отсюда уже можно будет прикинуть. Блин, дофига, ребята, еще там, честно говоря, играть. Я даже думаю, что у нас и откатов-то не хватит. Придется, наверное, покупать. Возьмем эту команду. Так, Шреддер, возвращайся. Плюс возьмем с тобой Армагона. Блин, сейчас откаты будут со скоростью света у нас заканчиваться. Так, и раз, два, три. Пока есть кого брать в команду, будем, наверное, играть сегодня. Потому что пятница. Остается два дня буквально, да? И тем более эти два дня выпадают у меня на рабочие смены. Так что сегодня вот как бы единственный шанс у меня вырваться в топчик. И надеяться, что к понедельнику меня не скинут. Потому что в понедельник, да, как раз у меня в понедельник будет короткий выходной. Угу. Значит, мы с тобой будем бустить в понедельник. Так что, ребята, так, точно я буду? Суббота? Да, в понедельник у меня короткий выходной. Отлично. Так, ну что у нас тут? 17-23, да? Окей. Ту же самую команду с тобой возвращаем. Армагона и Супер Шреддер. И забираем оставшихся. Так, здесь двое. И Рафаэль Космос. Погнали. Откаты нам все-таки придется покупать. Знаешь, почему придется покупать? Потому что я пытался посмотреть рекламу. И... она не идет, ребята. Не идет показ рекламы. То есть мне приходится перезагружать. У меня там просто крутится колесико такое, что типа должна пойти прогрузка. Но рекламы нету. И вот мне приходилось три раза перепроходить, перезаходить в игру. Поэтому нам, скорее всего, придется с тобой за доллары покупать откаты. Не знаю, может быть какой-то баг или еще что-нибудь. Почему в Черепашках-ниндзя не могли сделать какой-нибудь праздник, да, на Хэллоуин? Было бы прикольно же. Так, берем Супер Шреддера, опять же Армагона. У нас с тобой остается два отката, то есть еще один поединок. Вот после этого, который мы сейчас отыграем, еще один. По событиям, что у нас там? Сегодня можно, в принципе, пойти на Усаги не стоит, наверное, да, ему ходить. Потому что он у нас полностью прокачан, и как бы ДНК
на него нам особо не нужны. А вот по событиям, по другим, пробежаться, я думаю, стоит. Так, ну что, здесь, как видишь, все отлично у нас получилось, и мы продвигаемся дальше. Так, с 49-й позиции мы перемещаемся на 38-ю. То есть один ступенек пролетели. Ну и последний поединок у нас за откаты. За откаты, которые у нас с тобой еще остались. Так-с, секундочку. Раз, два, три. Все. 54-й уровень вместе с нами тут идут. Ну что, Бакстер. Бакстер Стокман, Бакстер Муха. Всех их в топку. Постепенно почти на всех, наверное, вот так добьем их. Найс. Даже ничего абсолютно сделать здесь они не успели. Скачал, ребята, две игры новые, которые у нас вышли недавно буквально на телефон. А они не запускаются почему-то у меня. Как такое может быть, не знаю, ребят. Так, вот 17-24. Но там ты уже видел, да, кто у нас присутствует, да? Давай возьмем. Там у нас присутствует Микеланджело, собственной персоной. Вот он, 79 уровня, об этом тоже не забывай. Так что, если сейчас Супер Шреддер не повесит на него постепенного урона, то нам будет очень больно. Сейчас посмотрим, что он у нас сделает. Обычно он раньше всегда его наказывал. Да. Он наказал, он повесил, на него все-таки успел постепенно урон. И, как видишь, он отдуплился от этого. Ну, а дальше Армагон, естественно, своим валуном добивает. Хорошо, двигаемся тогда дальше. Двигаемся дальше. Сегодня, наверное, после черепашек будет, опять же, дракон всадники Олуха, скорее всего. И потом, я даже не знаю, ребята, что еще нам сегодня поиграть. А, может быть, даже Юрский парк успеем захватить. Сейчас, наверное, вы заметили, да, что намного меньше стало выходить видео на этом канале. Ну, потому что я сейчас очень плотно занялся прохождением Far Cry. 6-го, кстати, сегодня, ребята, последняя серия у меня записалась. То есть игру я прошел. Так что ждите, скоро выложу. И Стражи Галактики. Естественно, Стражи Галактики. Плюс Легенда Тяньдина. Тоже, ребята, последняя серия выпущена, ну как, выпущена, записана. Скоро выложу ее на втором нашем канале. Так, ну что, идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше, смотрим, на какую позицию мы переместимся. Ну, твою налево. Я уже думал, сейчас, может быть, чуть-чуть нам не хватило, чтобы перейти на трехзвездочную, да, Лигу Мастеров. А откаты тратятся. Они прям на глазах, ребят, тают. Раз, два, три. Сейчас попробуем отыграть вот эти откаты. И потом я все-таки рискну еще раз посмотреть рекламу, если получится. Ну, чтобы нам получить еще 10 откатов, не тратя наших денег. Так, тихо. Сейчас мы с тобой бомбанем. Давай, Армагуша, влупляй. Шикарно. Шикарненько. Тут Кунаичи. Шреддер классический. Надо на него как можно быстрее накопить. Там тоже осталось там чуть-чуть, да, буквально сколько? 30 ДНК, если не ошибаюсь. Ну что, Лига Мастеров 3 звезды, друзья мои, я поздравляю нас. 89-я позиция. Два поединка еще мы сможем сыграть. Армагон. Супер Шреддер. И вот эти вот 55 уровня персонажи наши. Так, погнали. Я офигею, как он бьет по земле, что такие аж, ребята, клинки идут. Причем он бьет своими клинками. Это типа такая шипастая волна, как он ее делает, только интересно мне знать. Ну что, идеальная победа, и мы с тобой продвигаемся дальше. Кстати, по-моему, ребята, скоро выйдет новая игра от компании Ludia. Она будет связана с супергероями. Это именно, если не ошибаюсь, по-моему, по вселенной DC. По-моему, все-таки вселенной DC, именно где Бэтмен. Хотя я могу ошибаться. В общем, про супергероев. Но это будет у нас 3 в ряд, да, игра 3 в ряд, ребята.
Немножко странно, да? Как-то они взяли направление. Это у них, получается, будет вторая игра. Или даже третья. Из раздела 3 в ряд. Не знаю, может быть, им проще. Может быть, они как-то им дохода больше приносят. Но вот они почему-то делают акцент именно на такие игры. Так, ну что, ладно. Мы с тобой двигаемся. Ага. Давай, Супер Шреддер, бомби. Так, ну на всех висит постепенка. Хотел тут недавно, ребята, снять вам новую игру про трансформеров, которую я обещал. Но я не понимаю, в чем происходит там дело. Вроде все соединяется по беспроводной. Начинаешь играть чуть-чуть. Стоит вот чуть-чуть, ребята, перегрузить процесс. Начинается фризиться. Понимаешь? Начинает просто фризить именно экран на компьютере. На планшете-то у меня все нормально идет, а вот именно на мониторе. Не знаю, почему не справляется. И вот подумываю, что, наверное, нам выгоднее будет купить провод. Специально, ребята, провод USB-шный. Ну, короче, вход для iPad'а, да, и выход на USB плюс там переходник. Ну, видишь, по отзывам читал 50 на 50. У кого-то все круто, а у кого-то все лагает и ничего не помогает. И немножко сомневаюсь. Он стоит, конечно, не очень дорого. Если брать оригинальный, именно с магазина, ну, ты понял, да? С яблока, с Apple. Он стоит в районе 5-8 тысяч. Если же брать на Алиэкспрессе или на Озоне, то это будет где-то обойдется, ну, 1000, максимум 2. Вот. Так что вот, как бы, не знаю. Но зато, если вдруг, ребята, это будет идти, как говорится, без запиночки все, да, то я очень много приобрету. Во-первых, я смогу транслировать спокойно игры для iOS-систем, да, уже спокойненько, не нервничая, что оборвется там связь, не оборвется, потому что Wi-Fi какой-то нестабильный, я не знаю, в чем там проблема. Еще видишь, какая фишка может быть. У меня же здесь и мышка, и клавиатура беспроводная, плюс что там у нас? Что у меня там еще-то стоит? Короче, еще геймпад подключенный. И вот такое впечатление, что когда я подключаю планшет по беспроводной сети, по Wi-Fi, что вот эти вот радиочастоты, они просто сбивают. Ну, мне так кажется, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, но мне кажется, что они перебивают. Тот же самый геймпад перебивает, тот же самый, там, например, клавиатура, мышка. Вот как-то так. Или просто слабый сигнал. Ну, почему-то он идет вначале хорошо, а потом со временем начинает пропадать. Вот не знаю. То есть это в любом случае нужно заказывать провод и его тестить. Это однозначно. Плюс у нас там, ой, я сейчас, ребят, даже на плойке очень много игр поуходило. Я не знаю, там надо ее с той старой квартиры, наверное, забирать, точнее. Не со старой, а где у меня ремонт. Потому что все вещи у меня там. И забирать их сюда обратно и уже здесь. Потому что я не смогу иначе транслировать игры с PlayStation. Понимаешь, да? Но это, опять же, все в будущем. Так же, как и с камерой снимать. Так, ребят, мы пока разговаривали уже, да, с вами. Мы уже на 25-й позиции. Это классно, 25-й позиции. То есть получается еще. Вот насчет откатов, конечно, сомневаюсь, хватит у нас или нет, потому что последние, как говорится, две штуки остаются. Это еще на один поединок. Но опять же говорю, что мы сейчас попробуем глянуть все-таки еще рекламу. Но вдруг она пойдет, я не знаю, запустится, и я получу 10 своих бесплатных откатов. Потому что я и так уже потратил 500 долларов. Так, поехали. Армагон влупляет. Прекрасно. Так, ну и последний у нас поединок за откаты. Так, местечко какое у нас? Давай 12-е. Отлично. Так, 12-е место получили. 17-24. Это максимальное количество бонусов, которых можно получить, именно кубков. Так, раз, два, три, четыре. Ага, четыре. Максимум можно взять три.
Вчера объелся путасы соленые, ребята, вместе с креветками и безалкогольным пивом. Представляешь, какая смесь ядреная. Давненько себя так не баловал. Так что вот в охоточку пошло просто в путь. Так, ну что, идеальная победа, как ты видишь. И давай посмотрим. Может быть, даже нам и не придется ничего тратить и смотреть. Возможно, даже сейчас попадем. Да, ребята, первое место, отлично. Ничего не пришлось даже смотреть. Так, заберем с тобой здесь пак. Так, ежедневные задачки-то надо обязательно нам сегодня сделать. Так, здесь забираем награду. Поднять уровень персонажа. Пройти серию испытаний. Давай пойдем пробежимся с тобой по серии испытаний. Быстренько пробежимся. Специально взял самую простенькую, да, где у нас тут будут оригиналы. Насколько помню. Нет, не оригиналы. Тут будет у нас классика. Классические черепашки, которых мы сейчас быстренько с тобой просто уничтожим. Я бы даже сказал, моментально. Так, укус и вертушка. Вот и все. Очень быстро пробежали. Тем более здесь всего лишь одна волна. Так, двигаемся дальше. Нам сейчас теперь нужно будет смотреть и находить нужные элементы. Так, мы с тобой прокачиваем по уровню. Подожди-ка, мы хотели... А, ну Дони у нас все, 70 уровень, поэтому мы пока заканчиваем с Донателло и продолжаем прокачивать вот этого Донателло. Так, 84 уровень, блин, еще 16 левелов нужно ему поднять. Так, а ищем вот здесь навыки. Да ладно, серьезно? Вот столько всего нужно найти? Блин. Так, ну что, давай начнем с этого камня. Это не камень Талик, это маяк трицератонов, по-моему, насколько я помню, да? Угу, так оно и есть. И здесь. Сколько нам нужно было? Три найти? Один нашли, значит еще два. Получается последний. Все. Так, с этими у нас нормуль. Так, 7 ноутбуков Дони. 7 ноутбуков. Один нашли. Кольцо крутости. Не очень круто на самом деле. Так, второй ноутбук. Третий. По-моему, мы уже задание сделали, нет? Так, забираем. Забираем, забираем, забираем. И забираем, да? Все задания выполнены. Ну что, это я, наверное, сделаю за кадром. Наверное. Так, сцена насилия. Городская война. Ну, здесь... Блин, подожди, подожди, подожди. А здесь, друзья мои, у нас слэш. Упс. Погнали. Блин, слэш мне нужен. Твою дивизию. Мне нужен и слэш. И кто там еще будет вместе с ним? По-моему, если не ошибаюсь, друзья мои, кожеголовый будет еще разыгрываться там. Подожди, а что я делаю? Какой я в тобой, господи. Но здесь, ладно, еще нам повезло. Так, грибы выпендриваются, да? Так, в минус. И в минус. Окей, двигаемся дальше. Естественно, у Саги будет все злее, злее, сильнее, сильнее. Так. Две ДНК мы на него получили. Так, ну здесь нам никто не нужен, как ты видишь. Там нет тех персонажей, которые бы стоили нашего внимания. Так, ну что, попробуем опять, наверное, с тобой сейчас. Месть. Месть вешает. На тебе. По двойной атаке получили, да? На халяву. Мне нравится, что Сплинтер ведет себя так же, как и наш Рафаэль. То есть у него есть контратака. Давай-ка валунчиком, наверное, бомбанем по ним. Так, а у Саги-то не упал. Выдержал, так сказать, удар. Ну что, на 3 звездочки, как и должно быть. Так, продвигаемся с тобой на 3-й эпизод. Так, на 3-м эпизоде, смотри, здесь кунаичи. Ой, кунаичи. Шинигами, ребята.
Шинигами как бы нам тоже нужна. Ну, здесь нет смысла ее юзать, потому что очень много мусора вместе с ней идет. То есть именно теперь тихо. Кстати, нам нужно с тобой убирать уже Сплинтера из нашей команды. Вот что я тебе скажу. Возможно, он даже не доживет. Да, скорее всего, так и будет. Так, попробуем сейчас валуном бомбануть. Окей. Крис, будь добр, завали. Отлично. Короче, я убираю из нашей команды Сплинтера. Иначе он сфейлится. На следующем поединке он точно сфейлится, его разберут. Так, смотрим, что у нас тут. А тут, да тут, в принципе, никто и не нужен. Слушай, а может быть, это просто была ложная тревога? Я почему-то думал, что здесь анимутанты будут разыгрываться, но, похоже, нет. Я ошибся. Ну, ладно, давай дойдем, докуда дойдем. Армагон начинает свой валун бросать. Так, и, как видишь, у Саги остается очень мало здоровья, но он делает вертушку свою козырную. Постепенно только на Криса упала. Окей, двигаемся тогда далее. Да, вертушка у него вот это, конечно, это мощная, имбовая. Ну-ка, еще три дынка. Вот у Саги, друзья мои, мне кажется, фармить милое дело. Ты же сам прекрасно видишь, сколько дают, сколько дают ДНК. По 3, по 2. То есть вообще без проблем на фарм идти на него стоит. Единственное, да, конечно, что далеко ты не дойдешь. Оу, щит. Ребята, он повесил контратаку. Ты представляешь, если я сейчас брошу валун. А я брошу. Я брошу, ребята. Е! Грибочки сдулись все-таки. Так, а вот это вот не надо делать, парень. Вот это не надо делать. Так, бросим гранату. Блин, постепенно не упала. Но он промахнулся. Так, начинает опять же свой суперудар. Хоть бы он промахнулся. Нифига, ребята, не промахнулся он. Тройной укус. У него еще защита на нем висит. Да. Не тут-то было. Что опять ты там делаешь? Месть? Трындец. Пробивной. Так, Ванюш, я не знаю, давай, наверное, пулеметную дробь. Ему пофиг, ты представляешь? Ему просто по барабану. Армагон, ну. Слушай, вот дальше я не знаю, ребят. Последний поединок мы, скорее всего, не потянем. Или потянем, но у нас уничтожат практически всю команду. Мне почему-то так кажется будет. 4 ДНК, видишь, на Усаге. Что у нас тут? Ну вот, ребят, смотрите, вот только лишь слэш. А остальное все у нас есть. Ну как бы без понт. Блин, 90 уровень противника. Какой Ваня, какой Крис. Их сейчас тут ушатают. Ё-моё, только в путь. Армагон даже не сможет здесь помочь своим этим валуном. Это я тебе точно говорю. Они что творят, а? О, тем более все, валун, ребята, у нас недоступен. Трэш. Да. Ваньке крышка, походу, дела нет. Да тут всем крышка. Крис упал. Все, вертушка добьет всех. Это, конечно, жестко. Ну и Армагон погибнет от постепенного урона. Ладно, это не столь важно было на самом-то деле. Так, что у нас здесь? Давай глянем. Семидесятники, да? Ну давай попробуем. Давай попробуем хотя бы здесь пройти. Может быть, все-таки заработаем хоть что-нибудь. Ну, я не знаю, ну, можно еще попробовать, конечно, следующий. Если этот пройдем вариант. Так, бросим с тобой валун. Так, они готовы. Бежим дальше. Так, здесь у нас самураи, роботы. В общем, вся эта
Требуха. Берем защиту. Ванька, пулеметную дробь. Отлично. А вот и Шреддер механический. Хотя, почему вы говорите механический, ребята? А что у него тогда с лицом? Он же этот, ожог-то у него остался. Может быть, это у него костюм просто такой коротит. Ну-ка, три укуса. Пробьем мы его сразу, интересно или нет? Да, достаточно было. Видишь, джун-джун-джун, закоротился и упал. Кто-то мне говорил в комментариях, что это робот. Но я почему-то сомневаюсь, что это робот. Хотя... с тем, что он там делает, как он там летает и тому подобное, возможно, он какой-то механический. Так, ладно, двигаемся с тобой сюда. 80 уровень противников. Попробуем сейчас завалить их. Угу. Так, да что ты. Поехали. Валун пошел. Тыч, эти валяются у нас. Так, на второй волне. Опять те же самые, да? Возьмем с собой дополнительную защиту, чтобы нас быстро здесь не уничтожили. Плюс пулеметная дробь от Ваньки Синанка. А этот-то как вышел? Эй, иди отсюда. Ну и Шреддер. Давай-давай-давай, выходи. Сидит еще такой в задумках, да, там. Задумался о чем-то непонятно о чем. Пробивной. Так, теперь из России с любовью. И... что, что, хиляешь? Что это он, что, хильнулся, да? И тройной укус. Все, мы его здесь пробили. Так, ну что, друзья мои, еще один поединочек, наверное, попробуем с тобой все-таки осилить. Но там уже будет 90 уровень противников, и как-то... насчет Криса я немножко сомневаюсь. Но мне интересно посмотреть, сможем ли мы пройти. Так, 90 уровень, блин. Эти маузеры, блин. Вот самое обидное, что у нас нет в этой команде, опять же говорю, лекаря. Ну, Крис Брэдфорд, да, тут походу все, он спекся. Они сразу на него напали, у него еще и здоровья мало. Армагон, скорее всего, выживет. Но, опять же, не факт. Даже доп. Защита, наверное, нам здесь не поможет. Ну-ка, если так сделаем. Ну, хотелось бы, конечно, получше. Да, Криса ушатают. Хотя... Шреддер его ушатает. Тот хлопчик, естественно, такой попытки, такого шанса не упустит, чтобы не огреть моего Криса. Эх, на дорожку сделаем, наверное, пробивной. Так. Можно бросить гранату с постепенным уроном, если... Да, постепенно повесилась. Ну, Крису понятно, ребят, тут крышка. А мы, наверное, уничтожаем, скорее всего, его. Ну, самое главное все-таки, что прошли. Да? Главное, прошли. Ну, пускай не идеально, но все-таки... Крис Брэдфорд просто, он по уровню всего лишь 80-го был. Был бы он 90-го, он бы не погиб, уж поверь мне. Но снаряжение, хитрость мы с тобой все-таки забрали. Так, ну что, друзья мои, вроде бы и все. Больше нам здесь сделать нечего. Сыра, как ты видишь, нету. Вот смотри, 14, ребята, ДНК насобирали. Заработали мы с тобой топовое место. Это я за кадром набью. Да, я думаю, что отлично поиграли. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход.
Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.